актуально. Администрация города Шадринска напоминает, предприниматели должны получать разрешение на услугу такси. В соответствии с постановлением о регулировании отдельных отношений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области, те, кто занимаются частным извозом, должны получать разрешение на данную услугу. Однако в настоящее время в нашем городе получили разрешение и встали на учет в налоговую инспекцию лишь небольшое количество предпринимателей. Разрешение выдается в Кургане, но эта функция отдана как региону. У нас уполномоченным органом является как раз вот этот департамент промышленности, транспорта и связи. Они находятся по адресу город Курган, улица Коли Мигутина, 116, кабинет номер 4. Телефоны для информации 46 15 96 43 36 25. Разрешение у нас в Курганской области стоит 1700 рублей и выдается на 5 лет. Но нужно, кроме того, что получить эту лицензию, нужно это разрешение, нужно еще выполнить, естественно, ряд условий. Разрешение должно находиться в салоне автомобиля и предъявляться по первому требованию пассажира, уполномоченного должностного лица или сотрудника ГИБДД. Такси должно иметь оранжевый опознавательный фонарь на крыше, шашечки и таксометр, это если коротко говорить, а также проходить техосмотр каждые 6 месяцев. У таксиста должен быть стаж работы водителем не менее 3 лет. Транспортное средство должно обязательно проходить ежедневный техосмотр перед выходом на линию, а водители должны проходить предрейсовый досмотр. То есть вот это обязательные требования, должны зарегистрироваться как предприниматели и получить вот это разрешение в Кургане. На сегодняшний день у нас получили 81 перевозчик, получили эти разрешения. То есть это может быть, трудно сказать, это может быть третья или четвертая часть от того количества людей, которые занимаются этим видом деятельности у нас в городе. И хотелось бы, конечно же, напомнить, что уже все сроки прошли. Федеральный закон принят вообще в начале прошлого года, потом, значит, все нормативные акты, которые регулируют исполнение этого закона, были приняты в конце прошлого года. Мы достаточно долго ждем и надеемся, что уже предприниматели, извозчики созрели, что нужно все-таки навести порядок в этой области. И здесь преследуется в первую очередь безопасность пассажиров, потому что вот раньше, в советские времена, когда такси были, вы знаете, и были шашечки, познавательные знаки, и внутри был таксометр, и ежедневно проходили водители медосмотр, и машина проходила тоже ТО. Было ездить менее опасно, чем сейчас, я бы так сказала. И вот даже как обыватель, как житель нашего города, я, конечно, вижу, какие автомобили ездят у нас в городе. В федеральном законе 69 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации как раз внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях. На сегодняшний день ГИБДД штрафует за отсутствие разрешения на право перевозки. Значит, ГИБДД у нас останавливают эти такси, проверяют наличие разрешения. То есть они сейчас могут оштрафовать по многим статьям административного кодекса, но основные это две, это статья 12.3 пункт 2.1 «Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством водителям, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности», а также по статье 12.4 пункт 4.1 «Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак легкового такси». То есть и в том, и в другом случае это нарушение влечет за собой штраф в размере 5000 рублей, а во втором случае, если как транспортное средство, на транспорте установлены вот эти наверху фонарь, то он конфискуется, этот фонарь. По данным ГИБДД было составлено 16 протоколов по 5000 рублей. Я думаю, сумма не маленькая. И дальше будет ситуация только усугубляться. И будут ужесточаться требования, потому что сроки все прошли. Времени прошло достаточно. Поэтому хотелось бы лишний раз напомнить перевозчикам, что нужно соблюдать федеральное законодательство. И
получать это разрешение и, как сказать, встать в рамки закона и спокойно заниматься этой деятельностью в нашем городе. Актуально.